Здравствуйте. Вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем, что интересного произошло в Самаре сегодня. Коротко о некоторых темах. Говорят, под Новый год что не пожелается. Обманутые дольщики, которые ждали 14 лет, 2019 год встретят в своих квартирах. Выплатить все до октября. Дмитрий Азаров разбирался в ситуации с задолженностью перед рабочими подшипникового завода. Аривидерчи. В Самаре сносят незаконную кафе-гостиницу с итальянским названием. Пристегните ремни, поезд готовится к взлету. В Самаре запустили новую скоростную ласточку. Площадка мечты на пустом месте. В Самаре завершают ремонт дворов по программе «Комфортная городская среда». Рождественский подарок. Обманутые дольщики одного из старых самарских долгостроев увидят свои квартиры уже к Новому году. 14 лет ожидания, и вот заветные ключи почти в руке. Строительные работы еще ведутся. Сейчас идет финальная заливка монолитных каркасов. 3 16-этажки и 80 семей, которые могут быть спокойны. С крыши новостройки вещает Даниил Лучко. Наталья Соломатина купила квартиру в доме на Георгия Димитрова еще 14 лет назад. Продала предыдущую и вложила миллион с небольшим. Как оказалось, проекта даже не было. А Наталья вошла в число обманутых дольщиков. Все эти годы она жила у детей. И вот совсем скоро у женщины появится собственный уголок. Уже знает, как справить новоселье. Мы соберемся все вместе. Те, кто строит давным-давно, и просто посидим, порадуемся тому, что мы наконец-то достроили наш дом. Прошлый застройщик, у которого не было разрешения на строительство, успел возвести только 10-этажку и пару первых этажей других секций. Директора организации признали банкротом и осудили по статье «Злоупотребление полномочий» на 5 лет условно. В 2008-м инициативные жители создали некоммерческое партнерство по защите прав и взяли ситуацию в свои руки. Разработали проект с нуля, решили вопрос с арендой и получили разрешение. В мае этого года привлекли подрядчика. В настоящее время организация выполняет работы на свои собственные средства. Значит, в связи с тем, что такой процесс останавливают, мы не собираемся. Готовность объекта 75%. Сейчас рабочие доделывают скелет здания. Заливают монолитный каркас последнего дома. Также делают лифтовую шахту и крышную котельную. 15 рабочих трудятся в одну длинную смену. Монолитный каркас – самый сложный и ответственный этап строительства. Заливка бетона, вязка арматуры, работа с краном. От этого зависит, насколько крепко будет стоять дом. В этих трех 16-этажках 260 квартир. Большая часть из них уже проданы. На сегодня обманутыми оказались 80 семей. Застройщик обещает, к Новому году люди смогут увидеть свои квартиры. Однако жить там пока еще нельзя. Нужно еще сделать фасад и провести коммуникации. Субподрядчики уже найдены. Мы сейчас постараемся до наступления холодного периода сделать все, что касается стен, окон и фасадов. То есть то, что нельзя делать в холодный период. И, соответственно, в холодный период зайти внутрь помещений и заниматься уже непосредственно внутренними коммуникациями, отделками мест общего пользования и подведением коммуникаций к нашему замечательному дому. На сегодня в реестре числится 3440 дольщиков. По итогам прошлого года 988 человек получили свое жилье. Еще 1100 планируется в этом году. Областные власти активно ищут инвесторов для брошенных долгостроев. Как мы знаем, в целях системного решения вопроса главой региона ежемесячно на постоянной основе проводится совещание с участниками долевого строительства с привлечением всех заинтересованных органов, в том числе и федеральных органов, дан старт комплексной работе. После всех строительных работ запланировано благоустройство территории вокруг домов. Это тротуарные дорожки и газоны. Полностью заехать в свою квартиру дольщики смогут не раньше весны следующего года. Ждать осталось совсем недолго. Даниил Лучко, Григорий Плешаков. События. Долги по зарплате перед уволенными сотрудниками Самарского подшипникового завода должны погасить до октября. Напомню, работы лишились более трети сотрудников завода. Точный срок погашения долгов обозначили на совещании, которое провел на предприятии глава региона Дмитрий Азаров. Подробности в нашем следующем сюжете. Многомиллионные долги перед сотрудниками появились у предприятия еще в прошлом году. Собственных средств не хватало, банки кредитовать отказывались. Сейчас у СПЗ долг перед государством превысил 200 миллионов рублей. Сотрудникам должны порядка 40 миллионов. По мнению главы региона, такой ситуации можно было бы избежать, если бы руководство предприятия более тесно сотрудничало с региональным министерством промышленности. Среди первоочередных задач Дмитрий Азаров обозначил выплату задолженности по зарплате. Главу региона заверили, первый транш переведут в течение недели.
у вас будет еще зарплата за сентябрь, за октябрь. Это, но да. задолженность вот перед этими людьми, уволенными, она возникла раньше. Соответственно, она раньше и должна быть погашена. Она будет погашаться в первую очередь. Какой срок? Какой, вот берите обязательство. 10 миллионов в неделю, остальная сумма. Да. В течение октября месяца будет закрыто. Еще один важный вопрос – трудоустройство специалистов. А также предстоит решить, что делать с площадкой. По словам руководства завода, в планах создать новое предприятие, куда перейдут все действующие сотрудники. За год новый завод должен выйти на объемы производства, которые ранее выполнял СПЗ. Сейчас, на данный момент, остался необходимый такой костяк на предприятии, который… Минимум. Да, минимум, который может выполнять производственный цикл, выпускать подшипники, вот, но он, соответственно, самый минимальный сейчас на данный момент. Если будет расти объем производства, то и, соответственно, нам потребуется уже и новые рабочие руки. Глава региона пообещал поддержку в переговорах с потенциальными партнерами и поручил областному министерству промышленности уделять особое внимание крупным предприятиям, на которых трудится больше 1000 человек. Лариса Шлафаст, «События». Для людей, достигших 55 и 60 лет, будут сохранены все региональные льготы. Глава Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, как инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным по изменению пенсионной системы, будут реализованы в губернии. Очень важно, по мнению руководителя области, что будет скорректирован возраст выхода на пенсию для женщин. Отдельно Дмитрий Азаров отметил инициативу, связанную с выходом на пенсию многодетных матерей. Для женщин, имеющих 3 и более детей, возраст выхода на пенсию фактически будет сокращаться. А если женщина имеет 5 детей и более, останется прежним – 50 лет. Крайне важным глава региона назвал решение о выплате надбавки к пенсии для тружеников села, а также возможность выхода на пенсию не по возрасту, а по достижению определенного стажа работы. Уверен, все предложения президента будут восприняты как справедливые, подчеркнул Дмитрий Азаров. На территории Самарской области все меры поддержки, все льготы, которые имеют пенсионеры, сохраняются, отметил глава региона. Они будут применяться к людям, достигших возраста 55 и 60 лет. В частности, это льготы, касающиеся оплаты услуг ЖКХ и капремонта, проезда в общественном транспорте, приобретения лекарств и так далее. Дмитрий Азаров напомнил, что созданная вместе с депутатами Самарской губернской думы рабочая группа работает над созданием новой системы мер социальных поддержки в регионе. Конечно, совершенно очевидно, что в нынешних условиях, в условиях переходного периода трансформации пенсионной системы, особое внимание нужно уделить именно людям предпенсионного возраста. Такое поручение я уже оформил для правительства Самарской области. Я рассчитываю, что и депутатский корпус губернской думы именно так и выстроит свою работу. И номер в гостинице больше не снять. В Самаре сносят незаконную таверну с итальянским названием. 2 года должник не реагировал на судебных приставов и продолжал работать до последнего. Стриптиз-клуб, кафе и отель. Даниил Лучко попрощался с очередной самовольной постройкой. Заведение работало до последнего клиента, но последним клиентом оказались судебные приставы, которые поставили точку в истории скромного самарского заведения с итальянским названием «Виладжио». Таверна, стриптиз-клуб и гостиница пошли под снос. В последний, когда нагрянули силовики, еще жили постояльцы. Еще месяц назад здесь раздавалась громкая музыка и разливались напитки. С итальянского «Виладжио» переводится как «деревня». Теперь этому бару можно сказать только «аривидерчи». Кировский районный суд вынес решение еще 2 года назад. Все это время должник его игнорировал и продолжал работать. Сейчас самое сложное – аккуратно снести само здание и прилегающий забор, не повредив соседние павильоны. Собственник гостиницы обязан покрыть все расходы на демонтаж. Должнику вручалось требование об исполнении решения суда, но должник решение суда не исполнил, в связи с чем к нему применена мера административной ответственности и наложен штраф. Работы ведутся уже неделю. Еще 2 понадобятся, чтобы полностью снести постройку и вывести мусор. В этом году в планах судебных приставов демонтировать еще минимум 7 незаконных объектов. Даниил Лучко, Григорий Пешаков. События. Довезет до самых окраин. В Самаре продолжают проверять работу общественного транспорта. В этот раз под внимание попал автобусный маршрут 5D, автопарк которого недавно заменили. Новые автобусы стали больше и вместительнее. Всем ли хватает теперь места, знает наш корреспондент. Еще в июле утром на остановке «Нефтемаш» на Сухой Самарке в автобус маршрута 5D уже нельзя было втиснуться, говорят пассажиры.
Хотя это только четвертая точка с начала движения автобуса. После замены МАЗов на ЛиАЗы ситуация улучшилась. Новые машины просторнее, вмещают больше людей. Довольны и пассажиры, и кондукторы. Вместимость здесь больше. И он вот для меня лучше ЛиАЗ. Он идет ровно, плавно, не трясется. Вибрации вообще нет. А окна какие-то? Вот окна какие-то, да. Здесь широкие. Автобусы шикарные, отлично, вообще прекрасно. Если бы еще 119 убрали, вместо них тоже поставили такие, это было бы прекрасно. Автобусы замечательные. И обслуживающие, и кондукторы, и хорошие водители, все вежливые, очень хорошо. Единственный минус, который отмечают пассажиры – частота движения. Сейчас интервал составляет 15-25 минут. Жителям хотелось бы чаще видеть автобус, подъезжающий к остановке. Невозможно было битком все. Но я говорю, все равно желательно получше, потому что такое отдаленное... район, что желательно получше. Все-таки люди утром на работу, вечером с работы. Ну, хотелось бы, чтобы автобусы ходили почаще. Почаще, да, чтобы не скакали. Потому что днем еще можно кое-как уехать, но вечером, особенно вечером, не приехать сюда вот из города, когда уедешь, вернуться невозможно. Проверки городского общественного транспорта в Самаре продолжаются уже третью неделю. Организованы они представителями департамента транспорта с участием районных администраций и общественников после жалоб горожан на работу ряда маршрутов. Большое внимание работе общественного транспорта уделяет и глава региона Дмитрий Азаров. В общей сложности проверили более 15 маршрутов. Если в городе транспорт ходит исправно, по расписанию, то в отдаленных районах на Красной Глинке и Сухой Самарке есть напряженность. По результатам проверок уже приняты меры. Мы перешли с МАЗов, автобусов МАЗ, где была вместимость 72 человека, перешли на ЛиАЗы. Я думаю, население это заметило. Вместимость в этих автобусах у нас составляет 104 человека. Кроме того, мы, конечно, поставили дополнительные автобусы и перешли на двухсменный режим работы, что тоже позволило нам сократить интервал движения. Контроль продолжит и в сентябре, когда пассажирский поток увеличится из-за начала учебного года. На такие наиболее востребованные маршруты будут дополнительно добавлены 35 автобусов. Андрей Горгуленко, Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, Константин Головин, Артем Сулейманов. События. В день матча «Крылья Советов Анжи» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара-Арена». Сам матч состоится в субботу, 1 сентября в 15 часов. Для болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная северная парковка стадиона, заезд со стороны Демократической. Также будет доступна парковка у торгового центра «Московский». Будет работать и специальный трамвайный маршрут С5 от Тухачевского и от Барбошиной поляны. Первые вагоны пойдут за 4 часа до начала матча в 11 часов. Кроме того, до стадиона можно будет добраться на трамваях под номерами 5, 11, 12, 22, троллейбусах 8, 9 и 19 маршрутов и автобусах 6, 21, 21М, 50, 206, 261, 295, 297. Уехать со стадиона можно будет тем же способом, что и доехать до него. Самарские таможенники за август 4 раза пресекли попытки перевезти через границу сильнодействующие вещества. Последний случай произошел на днях. Житель Самары через интернет заказал в Белоруссии препараты, запрещенные к распространению на территории нашей страны еще в 2007 году. Таблетки и ампулы содержали эфиры тестостерона. Это стероиды, которые применяют для накачивания мышечной массы бодибилдеры. Эти анаболики известны еще с 30-х годов, и на территории стран СНГ их зачастую производят в подпольных цехах. Таблетки были изъяты и отправлены на исследования, а против жителя Самары, которому одни предназначались, возбуждено уголовное дело. А теперь коротко о других событиях дня. Суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному УГРО Самары Аслану Журтанову. Он признан виновным в мошенничестве. В сентябре 2017 года он потребовал от гражданина 500 тысяч рублей за отказ от возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». При этом такая возможность была вне компетенции полицейского. 11 сентября 2017 года мужчина перевел деньги на указанный Журтановым счет в банке. Суд приговорил экс-полицейского к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Врач-терапевт в Тольятти оформлял поддельные больничные. Следователи из отдела автозаводского района выявили 6 преступлений, подпадающих под статью «подлог» и еще 5 эпизодов мелкого взяточничества. Весной этого года женщина получила в общей сложности 14 тысяч рублей от нескольких людей в качестве взяток за выдачу листов нетрудоспособности. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей в пользу государства.
В Самаре вандалы воруют цветы из сквера на Полевой. Год назад территорию облагородили. Там установили фонтаны и ажурное ограждение. Разбили клумбы. В ближайшее время планируют высадить новые кустарники и деревья и установить 3 арт-объекта. Однако вандалы сводят на нет все усилия. В этом году часть ограждения пришлось менять из-за граффити, а теперь на клумбе выкопали розы и украли один из декоративных элементов фонтана. Под Самарой нашли 3 розовых озера. Житель Самары Евгений Щекин снял видео с высоты птичьего полета. Все озера располагаются в Кинельском районе и имеют почти правильную форму, так что, вероятно, это искусственные резервуары. Окружение озер не так романтично, как они сами. Рядом располагаются нефтебаза, пивзавод, свинокомплекс, бетонный завод и комбикормовый. В Самаре испытали «Ласточку». По маршруту Самара-Курум-Тольятти в тестовом режиме начал курсировать новый скоростной электропоезд. Почему электричка носит столь романтичное название, а пассажиры, садясь в нее, готовятся к взлету, в нашем сюжете. Футуристичный снаружи и комфортный внутри. Состав, который планируют пустить по направлению Самара-Курумыч-Тольятти, на постоянной основе состоит из 5 вагонов. В нем 350 посадочных мест, 12 из них бизнес-класса. В вагонах имеются кулеры, доступ к интернету и видеоинформирование пассажиров. Для граждан с ограниченными возможностями – точки фиксации инвалидных колясок и удобный санузел. Но главная особенность «Ласточки» в том, что она может развивать скорость до 160 км в час. Основные особенности какие? Это скорость, во-первых. Во-вторых, комфорт. В-третьих, плавность хода. Ну и время, то, которое тратит в пути человек. Электропоезд «Ласточка» впервые был запущен в Краснодарском крае и обслуживал гостей Сочинской Олимпиады 2014. Сейчас «Ласточки» курсируют в Калининградской, Московской, Ленинградской и Свердловской областях и хорошо себя зарекомендовали. Самое необычное то, что именно вот новый подвижной состав, именно режим управления, машина более современная. Ну, как у нас говорили, машинист чувствуешь тело. Тормоза, все. Здесь уже как бы машинист больше просит, он машине задает желаемое, а уже сам транспорт обрабатывает, машина, компьютер думает и уже выполняет. Пассажиры «Ласточки» начинают ощущать скорость только когда поезд разгоняется до 140 км в час. Из-за плавности хода создается ощущение полета, отсюда и название. Запуск скоростных электричек в Самарской области потребует модернизации путей, строительства 3 путепроводов, чтобы разделить движение поездов и автотранспорта, создание карманов для посадки пассажиров в аэропорту Курумыч. Ожидается, что скоростное сообщение между Самарой и Тольятти создаст предпосылки для интенсивного развития экономики двух городов и расширит возможности суточной миграции. Время в пути от Самары до Тольятти составит около часа. Виктория Шаре, Дмитрий Мешканцов, «События». Во двор, как на праздник, жители Красноглинского района поучаствовали в масштабных гуляниях. Им даже не пришлось покидать пределы своего двора. Насладиться концертом, поучаствовать в конкурсах и научиться делать вещи из дерева прямо возле дома стало возможно благодаря программе «Твой конструктор двора». О том, как прошел праздник, расскажет Мария Калачева. Елена Миронова узнала об этом празднике двора из соцсетей. Сама живет чуть дальше, на Красной Глинке, но интерес к такому событию заставил ее приехать на мехзавод и привезти с собой друзей. Приглашали всех на праздник, открытые мастерские. Решила прийти. Вот зашла в мастерские, предложили нарисовать. Сейчас пойду лобзиком работать. Концерт замечательный, атмосфера праздничная, все здорово. У накрытого стола очереди нет. Другое дело – открытая мастерская. Желающих научиться деревянным ремеслу собралось немало. Работа за станками кипит. Трудятся даже самые маленькие. Готовые изделия украсят их двор. Я считаю, что это замечательный проект, потому что вовлечение людей, жителей, домов именно в той территории поучаствовать, в которой они проживают. Это, конечно, для каждого человека значимо. Потому что если что-то сделаешь своими руками, потом ломать не будешь. Пока родители работают по дереву, дети без присмотра не остаются. Молодые жители двора разбились на 2 команды. Ведущие приготовили для них много интересного. Игры спортивные и интеллектуальные. Поехали! Я считаю, что подобные проекты, они крайне необходимы для того, чтобы жители посмотрели, что именно совместное участие может привести к улучшению благоустройства каждого конкретного двора. И в этом году, распланировав, допустим, свои дворовые территории, запланировав какие-то малые архитектурные формы,
И проголосовав за них, одержав в этом победу, можно все это получить в свой двор. Шансы победить в этом проекте у всех равны. Для этого нужно объединиться всем соседям и заявить о своем участии. 9 сентября в ходе голосования определятся самые активные самарцы. Они и получат 100 тысяч на украшение двора. Мария Калачева, Артем Сулейманов. События. Вместо заброшенного пустыря – детская и спортивная площадки. В рамках программы формирования комфортной городской среды во дворе на Пионерской появилось новое игровое оборудование. Проект жители разрабатывали сами. Получили ли люди двор мечты, узнала Лариса Шлафаст. На детской площадке во дворе на Пионерской многолюдно, как никогда. Новое оборудование ребятам пришлось по душе. Марина Табачник с сыном теперь проводит здесь все свободное время. Раньше территория пустовала, теперь детям есть чем заняться. Было некомфортно здесь гулять. Хотелось куда-то уйти, там, на набережную или там, на Ленинградскую, еще в какое-то место. Вот. Но приходилось быть здесь, потому что у детей друзья. А теперь вообще не увидишь со двора. В рамках программы формирования комфортной городской среды во дворе на Пионерской установили детскую площадку с мягким покрытием, спортивную площадку, заасфальтировали дорожки, сделали парковку, установили новые лавочки и урны. Когда во дворе начались строительные работы, жителям удалось решить еще одну наболевшую проблему. Склон, который шел от заброшенного забора, представлял большую опасность для детей. У нас самая основная была проблема – это наша гора, с которой мы больше полутора лет воевали. Мы смогли найти общий язык и общими усилиями привели ее в божеский вид. Теперь это безопасно использование. Можно как в качестве детям кататься с горы. Ну и, естественно, более-менее красивый вид. В Самарском районе благоустраивают не только дворы, но и общественные пространства. В рейтинговом голосовании, которое проходило в марте, благодаря активности жителей победили два сквера. Работы на объектах уже в завершающей стадии. Эти скверы были выбраны на общественном голосовании. Это то, за что проголосовали люди, это то, что наиболее востребовано сегодня. Программа действует еще до 2022 года, как минимум. И поэтому на примере этого двора мы видим, что действительно эта программа работает, действительно двор благоустроен. И благоустраивается, поэтому я думаю, что у нас еще впереди много достижений. Всего к 1 сентября в Самаре преобразятся более сотни дворов и более 20 общественных пространств. Лариса Шлафаз, Дмитрий Мешканцов. События. Ногами на татами. В МТЛ-арене прошел 30-й юбилейный кубок губернатора по дзюдо. 29 и 30 августа на всероссийских соревнованиях в Самаре спортсмены из 19 регионов страны боролись за звание призера. Для некоторых борцов этот турнир – подготовительный этап к чемпионату мира, который стартует в сентябре в Баку. На соревнованиях побывала Мария Калачева. Мария Костенко на всероссийских соревнованиях по дзюдо представляет Самару. Мама привела ее в секцию в 7 лет. С тех пор она частый победитель турниров и успешно опровергает мнение о том, что дзюдо – не женский спорт. На 30-м юбилейном кубке губернатора она заняла первое место. Ну, вообще у нас эти соревнования в плане подготовки. Мы сейчас готовимся к чемпионату России. В принципе, тренировались, готовились, как бы все получилось, что хотела. Поэтому я довольна. Во время соревнований отметили заслуги тренера Николая Петрова. Он воспитал не одно поколение выдающихся спортсменов. Ему вручили золотой пояс. За многолетнюю практику заслуженный тренер СССР четко понял – формула идеального дзюдоиста – природные данные, дисциплина и преодоление себя. На мой взгляд, он должен обязательно преодолеть себя во время тренировки не меньше 2-3 раз. Не меньше. Мы же все постоянно преодолеваем себя. Это вроде неохота, это неохота. Но мы заставляем себя. И также и спортсмен. Один из самых выдающихся учеников Николая Петрова, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев, в прошлом не единожды выступал на Кубке губернатора Самарской области. А теперь он на трибуне в качестве почетного гостя. Оценивает качество организации турнира и новое поколение борцов. Уровень с каждым годом повышается, это радует. Поэтому, надеюсь, в будущем это станет и международным турниром. Сюда будут приезжать не только участники нашей страны, но и также из ближнего зарубежья, там, из других стран европейских. В первый день соревнований сборная Самарской области завоевала 9 медалей. 2 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых. Всего в Кубке губернатора приняло участие более 250 спортсменов. Мария Калачева, Василий Кудашов. События. А наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! До встречи!